дали мне машину, в общем, Шкоду, и сказали ехать принимать машину мою, мою фуру. Вот, и сейчас я, в общем, еду к машине, потом принимаю машину, выгружаю свои вещи и даю другому водителю Шкоду, Шкоду передаю, он свои вещи грузит и едет обратно на базу. Вот, а я уже на своем грузовике буду там, наверное, поеду сразу на загрузку или на выгрузку. Куда-то, в общем, поеду. И получается, когда во вторник я приехал, среда и четверг я был на базе. И вот сегодня пятница, я еду принимать машину. И да, словил себя на мысли, что я в первый раз в жизни еду на легковом автомобиле по автобану. Я столько проездил по автобанам и за рулем, и на других машинах. Но за рулем, вернее, за рулем на грузовике и на других машинах я, ну, рядом. И вот и только сейчас первый раз я за рулем еду. Да, ехать мне 50 километров нужно до машины. Конечно, я привык на фуре ездить по этим автострадам. И на легковой машине немного более, не знаю, немного более волнительно, что ли, потому что здесь скорости больше. Скорости больше, больше интенсивность получается движения за счет того, что постоянно нужно перестраиваться, чтобы кого-то обогнать. А на грузовике в основном включил скорость и включил круиз-контроль и едешь по правой полосе. А здесь уже надо как-то перестраиваться, смотреть, чтобы никого не подрезать. Хотя в то же время на машине ощущается легковой намного больше контроль над ситуацией на дороге, потому что ты можешь в любое время экстренно затормозить, в любое время можешь резко перестроиться. А на фуре ты не можешь чаще всего резко затормозить, потому что там, ну, либо груз какой-то, либо тяжелый, либо неустойчивый, ну, либо просто на грузовике резко тормозить нельзя, потому что сзади может быть другой грузовик. Как-то так. Через 1 километр на развилке держитесь левой стороны. Включил я машину, принял машину. Действительно чистый салон был. Даже не хочется его мне загружать своими вещами. Не хочется из сумки доставать. Из сумок доставать вещи свои, хочется их оставить в сумках, чтобы они так и были. Чтобы салон максимально сохранялся в том состоянии, в котором я его получил. Но, видимо, придется все-таки их разложить. Машина получилась таким же пробегом, как и получал прошлую машину, 200 тысяч километров. Нету зеркала заднего вида, нижнего надо заменять. Не хватает масла и жидкости охлаждающей. Вот такую вот машину я получил. Чистенькая, вымытая. Белая. И сегодня вечером мне надо уже ехать на загрузку. Получается, где-то через час я уже буду выезжать на загрузку. И у меня будет почта, надо будет оставить там прицеп на загрузке. Оставить прицеп. И потом отстоять паузу и поехать с этим грузом из Германии во Францию. Ну что? Первый раз еду в этом году на машине. Такие ощущения, как будто я первый раз сижу за рулем фуры.
охренеть, это так прикольно. Сзади такой хвост тянется здоровенный. Так, зеркала не отрегулировал. Поверните налево, потом езжайте на автостраду. Блин, как же. Какая же на здоровье. Через 100 метров езжайте на автостраду А6. Неудобно мне как-то сесть здесь. Я уже отвык, конечно. Езжайте на автостраду. Так стрёмно, как будто это реально первый раз, блин. Свет, бля, где свет включается? Продолжайте ехать по дороге 4 километра. На Ниссане, на котором я ездил это время, там свет включается, так как здесь дворники. Все наоборот, а там дворники включаются, как здесь ретарда. Нет, ну это странно, очень странные ощущения такие. 400 метров, держитесь левой стороны и продолжайте езду по трассе А6. Так вот это выглядит с моих глаз. Сижу на такой высоте. Кнопкой я нажимаю ускорение, то есть кнопкой я регулирую скорость машины вот этими кнопками, вверх-вниз. И вот сейчас показывает, что скорость машины 90 км в час. А вот по центру круиз-контроль я могу делать его меньше, могу больше делать. Газом я практически не пользуюсь. Только этими двумя кнопками для того, чтобы ускориться или замедлиться, либо вот выключаю круиз-контроль сейчас, и машина едет накатом. После того, как мне надо будет тормозить, когда мне придет время тормаживаться, я включаю... Сложный правый. Я включаю ретардер, тормоз, и он замедляет машину. Сойдите с автострады 4 и продолжайте езду по трассе L597. Второе положение. Я выключаю его без тормоза. Через 200 метров поверните налево, потом поверните направо. В зеркале заднего вида смотрю, чтобы никого там сложный левый не задеть. Включаю вот ручник. Вот у меня ручник выключен. Включен. Сейчас мне надо будет пойти налево повернуть. И там развернуться. Ну, в общем, по навигатору надо будет ехать. Вот по этому навигатору я еду. Ухожу налево, а потом будет вот такой вот заезд под эстакаду. Ой, вернее, на эстакаду. Ну, скорости переключаются. Нейтралка. Драйв. Это основная скорость, на которую я всегда езжу. Сейчас будет загораться зеленый. Я выключаю ручник и жму на газ. Смотрю в зеркале заднего вида, чтобы хвост машины проходил. Через 200 метров поверните направо и продолжайте езду по трассе А656. Вот мне нужно на эту трассу попасть, которая внизу уходит. Поверните направо и продолжайте езду по трассе А656. Для этого я сейчас заруливаю сюда, справа падает мой рюкзак, потому что его надо было убрать оттуда. И вот так вот я поворачиваю, смотрю в зеркало заднего вида, чтобы там машина, ну, не наезжала на линию, желательно. Теперь смотрю влево, чтобы там не было машины никакой, и перестраиваюсь на эту полосу, центральную полосу. И теперь я опускаю газ и кнопками набираю нужную скорость. Выбираю скорость 90, вот это максимальная скорость 90. И все, по прямой еду. Но еще хочу заметить, что едем 90, но скорость кажется такой медленной, очень медленно кажется.
То есть на легковой машине 90 едешь, когда кажется куда больше скорость, чем на грузовой. Это же самая скорость. В общем, поработал я очередной день. Сейчас сходил в магазин, сегодня вечер. Завтра у меня будет в 5 часов утра загрузка новая. Вот сейчас я прогулялся здесь по промзоне. Здесь магазины разные, какие-то предприятия. Вот я походил, погулял. Вот и что хотелось бы сказать. Я, в принципе, сегодня вспомнил, чем мне нравится эта работа. Оставил бы прицеп на фирме, на почте, и расцепился, и выехал с фирмы, то есть машину поставил там, на промзоне. Вот, и подумал, что мне нравится в этой работе то, что постоянно какая-то движуха, постоянно какое-то перемещение, и какое-то взаимодействие с другими людьми на других языках. Коммуникации какие-то приходится производить. То есть нужно мозг, хочешь не хочешь, приходится работать мозгом как-то, чтобы выстраивать предложения, чтобы изъяснять свои мысли на каких-то языках непонятных. Но это прикольно. Это иногда нравится. То есть, в принципе, работа какая-то, если бы не некоторые нюансы, которые, в принципе, зависят только от меня, то вообще было бы все супер. То есть, можно работать, получать удовольствие, вообще наслаждаться прогулками, наслаждаться путешествиями, не знаю, городами, лесами, парками. Единственное, что сейчас в Германии комендантский час после 8. И с 8 до 5 утра нельзя ходить пешком по городам. Иначе там штраф 200 или 500 евро. Вот. Еще у них сейчас ввели необходимость специальных масок. Носить маски специальные. Там у них специальное, короче, обозначение на них. Они там противопылевые какие-то, еще там противосмоговые. Вот, и ввели такую необходимость носить людям маски. Ну, в магазины как бы пускают в старых медицинских. Но если не медицинские, а обычные такие маски, то уже не пускают в магазины. Вот. Поэтому, ну, возможно, что в ближайшее время скажут все покупать маски. Такие специальные, специализированные. Они уже полностью закрывают нос, такие, то есть уже на лицо. Вообще, короче, убогие. Ой, сегодня полнолуние.